Избирательная кампания по выборам в Государственную Думу России и парламент республики еще не началась, а вандалы уже активизируются. Неизвестные облили черной краской два баннера с портретами представителей партии «Единая Россия» Владимира Викторова и Алексея Мурыгина, которые участвуют в предварительном партийном голосовании. Инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Фучика. Единороссы считают, что это обычное хулиганство и надеются, что будущие оппоненты ни сейчас, ни во время выборов до таких мелочей не опустятся. Данные способы борьбы, мы считаем, это удел слабых и трусливых людей. Мы обращаемся к нашим оппонентам, давайте вести честную борьбу. Сегодня «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит внутрипартийные голосования, открытые, когда люди выбирают достойных кандидатов. И мы сегодня идем на праймерис. Мы сегодня готовы к открытой, честной борьбе. Само предварительное партийное голосование «Единая Россия» проводит 22 мая. И если этот инцидент не хулиганская выходка, а сознательные действия конкурентов, то борьба ожидается нешуточная.